Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла в корпус Б, ряд D107, в гости к Азизе и Ирине. У нее поступили новиночки, поэтому, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь с нами, где вы можете увидеть все модели. Также заказать через телефон, пожалуйста, звоните, пишите и, конечно же, заказывайте. Добро пожаловать! Добрый день! Здравствуйте, мои девочки, мои красавицы, мои модницы! Мы рады вас приветствовать с Тамарой, у Азизы и Ирины. Как всегда, я ваша раба, ваша модель. Хочу порадовать вас новиночками. Начинаем, да, девочки? Значит, девчонки, получили мы каприз. Кому не досталось в прошлые разы вот эта моделька. Я вот специально одела зефирку для некоторых девушек. Я сейчас расскажу одну интересную историю. Вот царское королевское платье. Пожалуйста, девочки. Цена 7500, размеры до 62. На мне размер двоечка. Полностью рабочие пуговички. Ее можно одеть как платье-нарядочку, можно одеть его как пыльничек. На расстежку, на распашку, под брючки одела или поверх какого-то платья-футляра. Пожалуйста. Цена 7500. Вот так. Хочу показать, как можно носить зефирку. Потому что некоторые девушки, вот я одеваю на себя на 58 размер тройку. Вот. Тамар, скажи, пожалуйста, оно большое на меня? Нет. Это стиль Бога, девочки. Кто носит стиль Бога, тот понимает. Тот рад, благодарен и счастлив иметь такую вещичку в своем гардеробе. Ну, когда мне начинают писать, что размер единичка, на них велик, и она там оборачивается 3 раза, девочки, это значит не ваша вещь. Значит, эти вещи, просто посмотрите на меня, порадуйтесь и не заказывайте. Чтобы мне не было опять этих гонок с почты на почту, с рынка на почту, с почты на рынок. Носить я не грузчик. Так, все, девчонки, все плохое позади. Начинаем работать дальше. Значит, зефирки 8500 в той же цене, цвета разные. И вот такое платьице от Каприз, опять вернулась к нему. Есть в черном цвете, пожалуйста, и глубоко синий. Минимум страз, я как повторюсь опять, это и нарядочка, и пир и мир, и каждый день королева. Значит, смотрите, и на спиночке даже есть аппликация. Хлопок 100% вверх. До талии, низ, умная ткань, плащевочка. Все. Милые мои девочки, получили повторе модельку Мисс Винч. Пожалуйста, весна идет, весне дорогу. Одеваем куртку, одеваем плащик, и мы конфетки. Очень такое элегантное, достойное платье. Пришли на работу королевой, пригласили в ресторан, оделись. Накинули плащик и пошли в ресторан. В ресторане отбыли, все. Вы красотка. Всегда элегантны, всегда прекрасны. Они были у нас, эти платья, по 9000, сейчас они 8500. Пожалуйста, девочки, их не так уж много. Есть еще в другой расцветочке. Получили также вот такая клетка. Клетка-шотландочка, она сейчас в тренде. Так что, пожалуйста, цена 8500. Девочки, продолжая тему Мисс Винча, хочу представить вот такое вам платьице. Это мокрый шелк, скомбинированный с трикотажиком. У кого проблемная ручка, полненькая, пожалуйста. 7/8 длина. Вот я украсила вот такими бусиками. Вот, пожалуйста, нарядочка. Сняли бусики, пошли на работу. Одели бусы, пошли в ресторан, пошли в гости, пошли на свадьбу. Куда вы хотите. Средняя длина вот такая. Середина икры, пожалуйста. Пожалуйста, цена
9500. Вот такая вот славненькая моделечка. Есть еще они в зеленом цвете. Просто вот эта же моделечка вот в таком исполнении. Размеры идут от 50 по 58 включительно. Пожалуйста, девочки, 1, 2, 3. Это знаменитая турецкая фирма Miss Winch, которая сама производит мокрый шелк ткани. Это единственная фирма в Турции, которая производит эту ткань. И сами отшивают вот такие ходовые классные моделечки. Пожалуйста. Пожалуйста, милые красотки. Для вас опять же Miss Winch. Вот в таком исполнении. Посмотрите, какой шлейфовый подол. Классный. Опять же, это мокрый шелк. Это платье вообще очень классно смотрится только в одном цвете, в черном. Хоть и говорят, что черный нет. Черный да. Черный всегда да. Это стройность, это элегантность, это красота. Вот тоже опять же я одела вот эти бусики. Украсила красоту и вперед. Цена этого платья 11500. Пожалуйста. Размеры идут до 62 включительно. На мне размерчик двоечка. У меня 58. Начинаю худеть, девочки. Поделюсь секретом. Девчонки, как вы поняли, цвет настроения черный сегодня у нас. Смотрите, какая красота у нас пришла в повторе. Это фирма Каприз. Хлопок, комбинированная плащевочка. Размерчики идут, значит, от 52 по 60. На мне размер двоечка. Может быть, где-то меня тут чуть-чуть оно поджимает, но как бы вот. Я вся перед вами, пожалуйста. Цена 7500. Размер я сказала. Пожалуйста, пишите, кому интересно. Всем отвечу, всем отправлю. Без вопросов, без проблем. Девочки, эконом-класс хочу представить. Посмотрите, какая прелесть на весну. Девочки, 3500. Кто себя порадует, тот будет просто счастлив. Три штучки в размерном ряду осталось. Вот, три штучки, пожалуйста. Вот такая красота. Боха, боха, боха. 3500 до 66 размера. Милые мои девочки, пожалуйста, вот в повторе получили вот такие костюмчики. Они себя классно так зарекомендовали. Это шик спорт, это офис, это отдых, это всегда элегантность, пожалуйста. Цена 8500, максимальный размер на мне 58. Пожалуйста, фирма Мисс Далида. С какого размера? С 50-го. Также, девочки, этот костюм можно дополнить вот таким чудным кардиганом. Посмотрите. Это также Мисс Далида. Комбинированная вещичка. Трикотажик, спинка трикотаж, рукава трикотаж. Впереди плащевочка. Очень мягкая такая, приятная плащевка. Такие кармашки глубокие. Размеры от 50 по 58 включительно. Пожалуйста. Вот такой шик спорт. Цена 8500. Пожалуйста. Девочки милые, получили в повторе еще, пожалуйста, по многочисленным просьбам, кому не достался, вот такой костюмчик из эко-кожи. Рубашка, жакет и брючки. 7 восьмых. Видите, длина какая? Я, правда, как от долгов подстреленная. Мне вообще эта длина не идет. Ну вот, пожалуйста. Размеры от 50 по 58. Мой любимый. Последний на мне. Размер шестерочка. Классная моделечка. Вот весной одели. У меня там, правда, я топик не одела. Я показала, как это носится. Но не могу. Мне многие смотрят. Так, что хотела сказать по поводу цены. Цена у этого костюма 11 тысяч. Пожалуйста, девочки, пишите. Всем отвечу, всем отправлю. Вот такая. Милые мои девочки, получили, смотрите, какую красоту от Каприз. Опять тема попугаев. Джунгли зовут. Джунгли зовут. Попугайчики, минимум страз. Посмотрите, какие они
нарядная, красивая, красота необыкновенная. 7 восьмых рукавчик на такой легкой резиночке. Капюшончик с брючками узенькими, с брючками широкими одели. И полетели, красотки мои. Цена 5500. Пожалуйста, замочек рабочий. Можно ее просто как ветровочку одевать. Можно носить вот как я одела, показать вам. На мне размер двоечка. Идут они до 60 включительно. Есть еще они в черном цвете. Я сейчас вам покажу. Пожалуйста. Ну, черный он и есть черный, правда, девчонки? Ну, черный он и есть черный. Всегда он выигрыш. Но белый это нарядочка, это вот для невест. Фату одела, можно в ЗАГС. Девчонки, от Каприз получили вот такую вот классную блузочку, моделечку. Вот такая она в русском стиле. Со вставочкой решили. Посмотрите, какая прелесть, кружево здесь какое. Вот такой воротничок комбинированный. Проблемная зона, вся в полосочку. Пожалуйста, и с брючками закрыто все. Проблемное пространство. И с юбочкой также можно одеть эту модельку. Цена 5500. Размеры от 50 по 60 включительно. Смотри, как она странит. Правда классно? Мне очень нравится. Тело очень приятное. Это хлопок. 5% лайкры, девочки. Она такая вот, очень такая эластичная, приятная ткань. Пожалуйста, девчонки. О брючках хочу сказать. В повторе опять получили нашу незаменимую модельку. Пожалуйста. Эко-кожа от Верды. Цена 5000. Пожалуйста, девчонки, пишем, пока есть размеры. Ну что, мои милые красавицы, переходим потихонечку к спортивному стилю. Скоро весна. Пикники, прогулки по весеннему лесу, скверу, парку. Пожалуйста. Вот получили вот такую вот красоту. Эта модель была у нас, но она очень себя классно зарекомендовала. Это Каприз. Классный костюмчик. У меня Азизочка в нем в санатории разгуливала. Нальчики, пожалуйста. Вот такая красота. Я себе оставила, тоже жду весны. Сейчас я покажу, как эту модель можно применить в зефирку. Пожалуйста, мои красотки. Почему нет? Одели и полетели, как говорится. Модно, стильно, креативно, неповторимо. Неповторимо ни с каким стилем. Пожалуйста, белые кроссовочки, черный костюмчик и вот такая белая зефирочка. И вы всегда модная, стильная, креативная и вот такая классная дама. Ни один мужчина не останется равнодушным. Обязательно обернется. Мои красотулечки, мои звездочки, пожалуйста, вот такую красоту мы получили. Вот такие кардиганчики. Весна идет, весне дорогу, пожалуйста. 8 марта. Одели на платье, одели на брючки. И вы королева. Всего-навсего цена 6000, пожалуйста. Вот такой вот славненький здесь капюшончик. Тамара сейчас кружилась, примеряла. Хочет себе такой. Вот, пожалуйста. Вот такая красота. Размеры от 52 по 58. Милые мои красотки, пожалуйста, вот получили также вот такие классные длинные жилеты. Тоже эта моделечка весна-осень. Цена 7500. Прошу любить и жаловать. Простегано все. Размеры от 50 по 58 включительно. Вот на мне 58. Чувствую себя комфортно. Стильно, модно, креативно. Одела на костюм спортивный и пошла. Девушка, как всегда, в ожидании чуда. Девочки, получили коллекцию плащиков джинсовых. Пожалуйста. Цена 7500. Размеры от 48 по 54 включительно. Вот видите, я умудрилась одеть на себя 54. Показать-то надо вам, мои хорошие. Вот видите. Вот. У меня 58, но я одела на себя. Вот такой классный. Он на подкладе. Все, на замочке. Все. Ну, размерчик, извините, толстушечки, мои пышечки, красотушечки. Мы остаемся без плаща. Девочки, хочу развеять вашу печальку. Смотрите.
Ну, это чуть-чуть другая моделечка, но тем не менее. Размерчик 58-60 и еще плюс с лайкрой ткань. Тоже любители джинсы. Прошу. Также цена 7500. Классный, крутой плащик. Одели и полетели. Девчоночки, мои красавицы, вот такие еще жилеты мы получили джинсовые. Посмотрите, цена 6000. Размеры идут от 52 по 58, как на ваши слуги. Вот так. Они идут замочками. Замки по бокам расстегиваются. Рабочие замочки можно до самой подмышки расстегнуть. И ходить как не все. Как не у всех моделька. Все, я всех вас приветствую. Пожалуйста, мои красотки. Вот такая красота пришла к нам в павильончик. От фирмы ISL вот такие вот спортивные костюмчики. Готовимся к пикникам. Значит, здесь идет, смотрите, троечка. Вот такая маечка, топик. Хлопок плотный со стрейчем. И вот такая вот ажурная. Спиночка закрыта. И такая вот ажурная сеточка перед и рукавчик. Цена этого костюма 10500. Размеры идут до 66-го. Маркировка 60 плюс 6. Это я объясняю, чтобы девчонки знали. Пожалуйста. От 48, от 50 по 66. В 9 размерах. Фирма ISL. Пожалуйста, мои красавицы, для вас Солида постаралась и душа. От 50 по 56 размер. Вот такие вот черные костюмчики для пикника, для отдыха. Просто выглядит всегда эффектно, всегда достойно. Одели и пошли покушать себя. Цена этого костюма 11500. Пожалуйста, три вещи. Петровочка, футболочка, хлопок с лайкрой. Вот такая вот красота. Вот бижутерия. И камни, и жемчуг, все, что хотите, и бриллианты. И вот такая ветровочка на подкладочке. Я почему говорю, что это 56-го, а у меня 58-й, и она мне чуть-чуть... Я же должна здесь показать, правильно? И вот такие чудненькие штанишки. Штаны вот просто прилично. Штаны на меня отлично. С двумя карманами. 7, 8, 12. Как я люблю. Девочки милые, идет весна. Весенние моделечки в повторе у нас. Пожалуйста. Такая моделька у нас сейчас стоит 9000. Цена оптовая. Пожалуйста, кто не успел взять, кто не успел приготовиться к весне. А весна уже не за горами. Осталось до 1 марта совсем чуть-чуть. Одели и пошли, красотки. Размеры, вот на мне максимальная троечка. 58-60, пожалуйста. Девоньки, просьба величайшая. Меряйте, пожалуйста, правильно свои размеры. И очень прошу, от души прошу, пожалуйста, делайте скриншоты. Кто не знает, что такое слово скриншот, это стоп-кадр. Вот смотрите наше видео. Чик, сделали, две кнопочки нажали, и она сохраняется в галерее. Надо, общайтесь со мной. Хотите что-то заказать, галерею открываете и отправляете в WhatsApp ко мне. Мне тогда легче с вами общаться, понимаете? Я уже... У вас фотографий даже нету на аватарках. Но это уже как бы ваше право, да? Но я же должна как-то хотя бы представление о человеке иметь. Когда приходит к нам розница сюда, да, я всегда говорю, скажите, пожалуйста, ваша профессия. Некоторые говорят как бы открыто, некоторые стесняются, скромничают, третьи вообще подкрыто тайной. Я должна хотя бы представить, куда эта женщина войдет в моем платье, понимаете, в моей одежде. Чтобы создать из вас какой-то образ, я должна это все представить. Вот, допустим, я адвокат. А адвокат, значит, это ближе к классике.
что-то построже, что-то поэлегантнее. Ага, я там, допустим, нет, воспитательница, мне просто на работу идти, да, вот по городу. По городу это можно что-то одеть такое легкое, летящее, это можно что-то такое вот гламурненькое. И я, допустим, собралась в ресторан, или мама на свадьбу, или что-то. Я должна это все как бы нарисовать себе. Вы же не думаете, а продавщица, та там продавщица. Не продавщица, а продавец-консультант. На минуточку. Еще и модель плюс. Но это пока Азизы нет. Азиза приедет, она будет вам все представлять. Так, короче, это все шутки и серьезно. Девчонки, осталось совсем немножко в черном цвете и в серебре. Кто не успел, тот будет очень жалеть. Честное слово, эта куртка будет сниться. Она классная, клевая, дышащая. Вот этот кристаллон ткань, да, как наши бабушки называли кристаллон. Сейчас опять вернулся в моду. Покажи поближе, Тамарочка. Смотри, как он играет. Ну, видно, дорогая, классная, достойная ткань. Это не какие-то там подпольные организации отшивают. Это фирма Биса. Мы ее очень любим и очень гордимся тем, что мы работаем с этими людьми. Все, девчонки. Вода. Девочки, пожалуйста, получили вот такую вот моделечку. Тоже от фирмы SL. Костюм троечка. Вот такой бомбер. Вот такой жилет. И вот такие брючки. В белом цвете. Я же говорю, что идет весна, идет лето. Пожалуйста. Вот такая красота. Размерчики от 50 по 66. Так что, пышечки, толстушечки мои, красотушечки, мы о вас не забыли. Цена этого костюма тройки 10 500. Жилет с капюшончиком. Вот такая штучка. Удлиненный жилетик до колена. Два кармана. И вот такая красота. Девочки мои, красотки мои. Вот такого плана еще покороче жилет и чуть потоньше жилет. Вот такие спортивные костюмы от фирмы SL в белом цвете. Пожалуйста. Также цена 10 500, троечка. И вот, пожалуйста, следующая моделечка. Осталась в маленьких размерах 44, 46, 48, плюс 6. Пожалуйста, мои кнопочки, маленькие девочки. Кто... Ой, не могу расстегнуть одной рукой. О. На замочке и на кнопочках. Также укороченный жилетик, троечка. Сейчас я все-таки расстегну. Да, девочки, смотрите, какая красота. Вот. Тоже троечка, брючки черненькие с лампасиками. Вот такой декор. Цветы-цветы, весна-весна. И жилетик, пожалуйста. Цена также 10 500. Что, мои красотки, хочу сказать. Вот такие вот моделечки мы получили от фирмы Каприз. Это я просто была уже в костюме, не стала переодеваться во что-то другое контрастное. Вот такая вот моделька, красотулька. Смотрите. Была белая, а стала леопардовая. Вот так. Вот такая красота. Поправили капюшончик. И мы, как всегда, неотразимы. Есть в белом цвете, есть в черном цвете. Покажу. Вот такая. Цена этих жилетов 7 500. Пожалуйста. Также можно ее носить. Вот так. Под настроение, одним словом. Размеры идут, значит, от 48 по 58 включительно. Пожалуйста. Милые девочки, что я могу вам сказать? Вот я еще раз возвращаюсь к нашим моделькам, к нашим зефиркам. Показывая, как их можно носить. Ну, разве не красота, Тамар? Ну, вот посмотри. Вот не ерничай, пожалуйста. Ты нашим подписчицам, девочкам, скажи, нужно уметь носить каждую вещь. Нужно ее... включать огонь в глазах, одевать и лететь. Каждая девочка должна иметь много платьиц. Вот. Беленькое платьице обязательно.
вот в таком плане. Есть черное, кто брал. Девчонки, можете повторить беленькие, пока есть еще. Платье 7500. Зефирочка 8500 также, девочки. Пожалуйста, размеры от 48 по 62 включительно. 64 также можно. На мне размер двойка. Я ношу 58 размер. Все знают. 124, 124, 124. Так. Огонь. Огонь. Так что вот так, девчоночки. Одела и красотка. И пошла. Я чувствую себя девочкой на 30 лет моложе. Так что, девчонки, кто хочет помолодеть, одеваемся у Азизы. Пожалуйста. И не ерничайте. Девочки, скоро 8 марта. 23 это уже не праздник для нас, девочек. Нет, я шучу, конечно, девчонки. Хотите быть красивыми, хотите быть королевами, будьте ними, как всегда я говорю. Пожалуйста, вот получили вот такую моделечку, летящую от Верды. Это юбка-брюки, ткань гофре, посмотрите, фигурное гофре такое. Вот такие незатейливые бусики. Ну, вроде бы мелочи, но я чувствую себя, правда, королевой. Значит, эти размерчики у нас в костюмчике идут. От, сейчас скажу, от 48 до бесконечности. До бесконечности, честно. На мне 48 маркировка. А там, я не знаю сколько, 10, 15, 20. Все это нужно мерить. И самое главное, как вы будете сами себя, как вы себя нарисовали, как вы себя чувствуете в нем. Костюмчик, конечно, классный. Кто смотрит нас в Телеграме и в WhatsApp в группе есть, все девчоночки брали и уже как бы довольны этой моделькой. Она такая незатейливая, но она классная. Я себя, допустим, очень комфортно чувствую, честно. Ручка любой полноты, грудь любой полноты, животик любой полноты. Одели и полетели. Кто скажет, что я 58 размера? Никто, я так думаю. Все, мои хорошие, разрешите на этой ноте такой веселой закончить наше сегодня свидание, да? Девчонки, пожелать хочу вам баловать себя, кружить себя, радовать себя. Радости очень мало осталось в жизни, да? Хотя бы какой-то маленькой, мелкой покупочкой купили, и уже как бы жизнь заиграла в других красках. Любите себя, кружите себя, будьте любимыми, любите. Радуйтесь, девчонки, каждому дню, каждой минуте. Я вас очень всех люблю, всем благодарна. Всем передаю привет от Краснодара до Сахалина, до Израиля, от Израиля до Германии. Всем, всем нашим покупателям, всем нашим заказчикам я желаю всем здоровья, успехов, счастья, радости и всех земных благ человеческих. Самое главное – здоровье. Самое главное – здоровье. Будет здоровье, будет у вас все. Так что, мои милые, я вас очень сильно люблю, обожаю, уважаю и жду от вас скриншотов и ваших заказов. Люблю, целую, ваша Ирина.